одном из путешествий с Крымским паломническим центром города Ялты мы посетили церковь Константина и Елены во Флотском. Это действующий православный храм в Балаклавском районе Севастополя. Является он памятником архитектуры второй половины XVIII века. Известно, что храм, освященный во имя этих же святых, существовал в греческом поселении Карань, это ныне Флотское, раньше поселение называлось Карань, существовал с XV века. Современная же церковь построена уже в 1775 году. Когда в 1778 году греческое население было выселено в Приазовье, храм пришел в запустение, и лишь в 1841 году Константино-Еленинская церковь была восстановлена как храм для греческого балаклавского батальона, который размещался на этой территории. В период Турецкой войны храм был опять разрушен, позже восстановлен. В 20-е годы храм был закрыт советской властью, здание использовалось как клуб и кинотеатр. И только лишь в 90-х годах храм был возвращен верующим.